Давай. Оля, давай твой вопрос. Да, почему вы не можете взять на ожидание как раз и сказать, что вам стремится к, соответственно, другой, а потом вырез из... Да, еще один способ, конечно. Просто мысль такая, что нет, как раз этот способ, он здесь легко приводит к успеху, который ты сказала, но мы таких богатств не вспомним. Нет, то есть у нас просто пока мы сейчас выводили с вами, у нас получилось, что даже заменять на вот эту вот... Отношение примов не дало ничего, да. Нет, заменять на единицу на n не придется в процессе. А почему оно не дало ничего? Ну, мы можем посчитать. Ну, мы пока сказали, то есть, как бы, что мы обнаружили? Мы обнаружили, что знаменатель стремится к нулю. Ну, вот. Как бы, а ну, если как бы... числитель не к нулю, то все хорошо? Ну, да, если числитель не к нулю, да, то будет хорошо, да. А если к нулю, то... А он, собака, тоже, понятное дело, к нулю будет стремиться. Потому что, ну давай посмотрим на числитель, где у нас, а у нас числитель нет, ну понятно, что там x it минус x среднее, x среднее уходит в ноль, x it каждое в ноль, ну нам уходит. Вот. Но действительно, вот Оля советует классный способ, который здесь. Чего? Мы с Борисом нет. Да, мы с Борисом. Видите, классная тоже доля. Хорошо. Ну, Мария уже была. Поэтому уходит в выход. Что? И ты будешь синим цветом. Ну ладно. Мария. Что? Молгарна просто. Давай, показывай свой способ. Я за любой способ, то есть даже если вы хотите там скоб, я, правда, вот не ставлю в такой записи, но если в такой записи, то окей, мы как бы будем подчеркивать какая-то ковариация, что выборочная. То есть в любой форме, любое решение, любые идеи welcome. Я не зануда про обозначение, просто я хочу сказать, что тут лежит частая ошибка, поэтому... Мы... Вот. А так, да. Любые идеи. В B2, да? Да, в B2. Можно тогда снова запишу? Да, конечно. Вы не просите, я не буду подписывать там сумму от чего-то? Да, я только за. Хорошо. Так, ну, мы берем на ожидание вот этой штуки. Вот. У нас, конечно, получается, что это равно на ожидание, ну, я могу сразу взять в 2000. То есть, мы, так как они, случайно, можно вытащить эту штуку же за знак над ожиданием. Да, поскольку они не случайные, то эта штука выносится за знак над ожиданием, правильно? Да, вот. И Угу. Вот. А теперь, ну,
соответственно, вот ожидание, значит, у нас равно true параметр. Как это по-русски будет? Ожидание равно истинному параметру. Вот, теперь нам нужно доказать, что variance у нас будет, соответственно, при росте n будет стремиться к нулю. Mm-hmm. Вот. И тогда, по сути, мы докажем этот вот привычный нефилуток. Окей. Давай, чтобы про вариант доказывать, давай мы стартуем с определенной точки. И что мы выяснили? Мы выяснили такое классное разложение, что бета-2 с крышкой равно истинному бета-2 плюс вот эта вот самая сумма. Ну, без матождания. Тут матождание считала Оля, но если матождание убрать, то получается такое разложение, что бета-2 с крышкой — это истинная бета-2 плюс вот такая вот сумма. На сумму x итая минус... минус x средний в квадрате. Вот. Ну и отсюда можно, наверное, проще всего искать дисперсию. Но давайте заменим на out, как мы делали в нашем курсе. А зачем? Ну, дисперсию так легко найдешь. Можно. Ну, ты помнишь дисперсию? Я подумал. Да, кажется. Это что-то сигма квадрат, деленный на сумму. А, да, сигма квадрат u, деленный нет, на... Нет, сигма квадрат. Да, сигма квадрат. Сигма квадрат u, деленный на сумму... Квадрат откуда? Нет, сумма x является средняя в квадрате и что-то еще. Нет, или все. То есть, ну, это все. Если несколько регрессоров там дальше по той пойдет. Но все равно нужно вводить так, что мы не можем сказать, что мы это помним. Или можем. Ну, если помнишь, то можешь. Ну, мне кажется, да, да? Это да, да, сумма квадрат q делить на... Давай, сумму дисперсия бета-2 с крышкой. А тебе зачем произвольно? Что? Подожди, у тебя производная какая-то, не сигма квадрат. Нет, это сигма квадрат. Нет. Я не знаю, как писать сигма, если это сало так. Вы как-то в другой стороны меня заставляете мне писать. Ладно, хорошо. Я приду попробовать, возможно, не будет. Почти как 8. Ладно, окей. Квадрат. Ага. Да, согласен. Такая вот дисперсия. Окей. И. А где я? А, мы знаем, что она к бесконечности, да, стремится, получается. Нет? Можешь подвинуть свой? А, нет. Хорошо. А, можно было изменить, наверное, что-то типа. Давай найдем вот этот предел. Да, вот этот предел найдем. То есть вот это же это что-то какое-то. Это вариация. А, мы же можем заменить. Давай найдем, давай найдем. Давай найдем. Это константы, поэтому мы просто посчитаем лимит. А может, его нашли. Ну мы, конечно, похоже искали. Что, опять что бесконечно ноль будет? Нет, ноль он. Вряд ли будет. Ну, какой-то он будет. Почему наверное? Точно не будет. Мы же опять открываем, да? Да, тут, понимаешь, дисперсии написать нехорошо, потому что если ты напишешь дисперсии x, дисперсии x, то есть просто написать дисперсии x, то это ноль, потому что x это константа. Вот. Поэтому тут надо будет всегда. Нет, можно писать как n умноженное на msd. Ну так можно, то есть ты ввел обозначение для этой суммы, и тогда используешь его. Ну, можно, да. Да. Ну, это мы уже с Мани делали. Да, и там сокращается, и что остается? Ну, то есть это то, что делала Мари, только не деленное на n, да? То есть вот это то же самое, только без деления на n. Должна получиться сумма x и t квадрат. Да? А, без деления на n. Без деления на n. Сумма x и t квадрат. Да, минус, соответственно, так что у нас получается? Минус n, x и не в квадрате. Зачем мы тогда поделили на n? А, это же... Зачем это на m поделили числитель из n? Мы пробовали вот применить стандартный трюк. Стандартный трюк, который вот этот трюк прошел бы, если бы у нас регрессоры были стохастические, то тогда трюк с делением на n он очень классный, потому что он позволял бы перейти там к дисперсии. То есть тогда бы у нас вот эти плимы
тогда бы, вот смотри, вот если бы иксы были стохастические, то мы бы тогда вот здесь вот в другой парадигме мы бы сказали, ну, елки зеленые, это мат ожидания от иксы t квадрат, а это мат ожидания от иксы t, взятая потом в квадрат, это есть действительно дисперсия иксы этого. Если бы регрессоры были стохастические, то есть если бы иксы t случайные, вот тогда вот этот предел легко выбрался, за этим делили. А в данном случае, да, путь, который мы пошли, получили ноль и сказали, ой, хорошо, что делать с этой суммой? Может, эту штуку как-то разложить? Ну, да. Как средняя? Хорошо, ну давайте вспоминать. Давайте отдельно по слагаемому найдем предел. А, отдельно по слагаемому. Ну, отдельно по слагаемому найдем. Сумма x в квадрате мы вроде можем найти. И n на x среднее в квадрате мы тоже можем найти, да? Мы искали сумму x, да, на n. Мы на n делили. Ну все, на n. Вот когда делишь на n, получается 0. Ну хорошо, сколько идей? То есть мы дошли с соли до замечательного результата. Мы выяснили, что мат ожидания от нашей страничной бета2 с крышкой бета2, а дисперсия вот такая, но пока непонятно, А можно какая сплава, если что-то не вообще? 1 на n. А. Это 1 на n. Чтобы были состоятельными, она по-хорошему должна стремиться к бесконечности, да? Угу. Да, к бесконечности. Да, по-хорошему, она должна стремиться к бесконечности. Она к бесконечности стремится или нет? Нет. Почему? Интуитивно, мне кажется. Ну, просто там, ну, если темп просто, как бы первый, из чего мы читаем больше, чем темп просто второго, получается, будет стремиться к бесконечности. Угу. Ну, а мы можем как бы так вот забить на это их среднее? Ага. И... Но мы тогда точно знаем, что вот это сходится. Угу. Вот. Да, окей. Хорошо, Оль, давай я чуть-чуть помогу. Спасибо. Можно туда? Да, можно. Спасибо. Скажи быстрее. Да. Так, хорошо. Значит, ну, во-первых, мы понимаем, все понимают, что левая сумма больше либо равна правой, да? Почему? Должна быть. Что... Ну, если мы можем эту штуку раскрыть. Потому что это положительное по определению. Ну, потому что, да, это квадрат какой-то, да? Поэтому левая часть больше равна правой, нормально? Вот. А еще полезно знать такую красивую сумму. То есть мы выяснили с вами такой факт, что сумма 1 на n, 1 на i, по i от единички до n, это примерно логарифм n, да? Это первый прикольный факт. А второй прикольный факт, что если складывать 1 на n квадрат по e от единички до бесконечности, то будет получаться... Что-то видно, что-то там, нет? Ну, близко, да. До него молодец. Сколько там будет получаться? Еще ближе, но еще вообще не хватает. Корень. По-моему, если я правильно помню, пи квадрат на 6. Да. Он пи квадрат на 6. Значит, давайте мы дадим сразу тут домашнее задание. Там есть много доказательств, они разной степени строгости. Некоторые такие вот аргументации а-ля там, ну там, Эйлера, которые, ну то есть у него там вроде бы не строгое доказательство, но он такой идейный. Вот, можно взять тут хорошую ссылку. Ссылка, по-моему, ну если загуглить статью Six Ways. Хорошая. Сейчас я правда не помню, как она называется. И там сейчас проверю, правильно я называю по памяти. И если кто-то хочет, то можно на следующий раз. Давайте мы такой вот какой-то кому в общем в удовольствие, может к следующему разу посмотреть и привести пример какого-нибудь и рассказать нам какое-нибудь доказательство. Кто-нибудь хочет? Ничего. Да нет, надо что-то там
Они там есть немножко не строгие, короткие, с красивой идеей там. Их много, потому что это слишком примечательный факт. Вот. Я помню одну идею, то, что мы можем просто расписать этот ряд, и для каждого какого-то слагаемого одного мы всегда сможем найти такую сумму слагаемых справа, которая будет давать в сумме слагаемого лево, вроде как. Ага. Что такое там было? Из-за этого у нас была идея в том, что ряд сходился. Так то, что ряд сходится, и так понятно, нет? Как? Ну, в смысле, есть вот... Здесь игровой? Нет, признаки сходимости. Вот ты делишь там АН плюс 1 делить на АН. И он у тебя получается. Нет? Ну, признаки сходимости – это хорошо, но если там какой-нибудь... Да, я все правильно назвал. Называется статья... Хорошая статья C своей, тот самый Sirius. Ну вот про интеграл то, что сказал, тот самый. Тот самый Sirius, а интеграл происходимости. Да. Вот. Калман, который приводит 6, соответственно, ухты, который прикольный, и она еще 6 декабря. Вот, который приводит 6 способов получить пи квадрат на 6. Вот, или 6,5 даже способов. Вот. И там много всяких решений, то есть это не то, что. Там есть и какие-то простые решения, и у него по ссылкам еще, поскольку это такой богатый сюжет, там в ссылках у него, соответственно, статьи под названием Steel Enaza Elementary Proof Z, умадим на k квадрат равно p квадрат на 6 и так далее. Вот это интересная тоже статья. Кто дал вам эпсилон? Нет, я посмотрю какой-то список литературы, список прикольный. Вот. Поэтому я с удовольствием отдаю эту задачу на общественное начало. Вот. Соответственно, мы утверждаем, что этот предел, он стал быть... во-первых, да, слушай, а есть он или нет? Ну хорошо, мы можем сказать, а может он не существует, а может он... Ну то есть по-любому получается... Ну то есть какие варианты возможны? Либо предел не существует... Верно? Либо предел меньше либо равен π квадрат на 6. Да? Потому что из π квадрат на 6 вычитается какая-то неотрицательная штука, но поскольку результат был зажат нулем и π квадрат на 6, то поэтому он может не существовать, оно может как-то там колебаться. Ну, а тогда какая разница, по сути? Но у нас же все равно дисперсия не будет нулем, нет? Что? Дисперсия? Дисперсия все равно не будет нулевая. Дисперсия бета квадрат с крыши. Дисперсия не будет нулевая. И чего? А, там же только достаточно это, да? Да, проблема состоит в том, что Оля сказала, да, то есть теорема, которой хотела воспользоваться Оля, была следующая. Давайте я сформулирую теорему, которую Оля хотела воспользоваться. Заодно Ваня дал ответ на твой вопрос, потому что мы забыли еще одно какое-нибудь хорошее свойство от Прима, которого у обычного нет. Есть такое хорошее свойство, что если мат-ожидание от z-enter равно какой-то константе c, и дисперсия z-enter стремится к нулю, то плин z-enter равен чему? Вот. И Оля рассчитывала на что? Вот если бы нам повезло, вот если бы, ну то есть мы доказали, что мат-ожидание от бета-2 с крышкой n-того, да, оно равнялось бета-2, и если бы сейчас вышло, что дисперсия бета-2 с крышкой n-того стремилась бы к нулю, мы бы тогда, вот руководствуясь вот этими двумя фактами, если бы так вышло, то есть это-то вышло, вот. А вот это точно не вышло, правильно? То есть первое свойство точно вышло, а второе свойство точно не вышло, потому что знаменатель то ли не существует, то ли меньше π квадрат на 6, но по-любому вот эта дисперсия к нулю не стремится. Согласны? Вот. То, соответственно, получается,
что вот если бы они были выполнены, то тогда бы бета 2 с крышкой Enter, я в скобках указываю номер, по скольким деньгам, она тогда по вероятности стремилась бы бета 2. Нормально? Да? Это вот если бы повезло. Но нам не повезло. Но хорошо. Мы уже что-то знаем, получается, мы знаем, что по вероятности она не стремится. Не факт. Вот это важная ошибка, оказывается. Давай мы сейчас приведем. Нет, смотрите, я имею в виду, если из А следует Б, то из не Б следует А. Из не Б следует не Б. Из не Б следует что будет? Нет. Из не Б следует А. Если из А следует Б, то из не Б следует не А. Да, согласен. Окей. Ну и ты пока ничего не доказываешь. А, да, я понял. У нас вот это не выполнено, и чего? Да, я понял. Вот, давайте сначала, во-первых, приведем такой пример, который показывает, что вообще говоря, бывает случайные вещи, у которых дисперсия стремится к бесконечности, но она сходится к тому, чему надо. Давайте приведем такой пример, чтобы вы не думали, что о, да мы все доказали, что Плини не существует. Мы не доказали, что Плини не существует, мы доказали, что дисперсия икс этого к нулю не сходится. В смысле, дисперсия в воскрышке, которая не сходится. Дисперсия x этого равна нулю, потому что x это константа. Значит, такой пример, который показывает тут некоторую... Давайте введем... Это будет капкан какого уровня? Третьего. Третьего. Капкан третьего. Капкан третьего. Капкан третьего уровня. Значит, смотрите, давайте рассмотрим такую последовательность ZN. ZN у меня будут... ZN, смотрите, ZN у меня будут такие. ZN у меня будет равна либо... Оля, какое твое любимое число? Мое 57. Вот. Либо 57, либо 57 плюс 10 в n, либо 57 минус 10 в n. Окей? Вот величина Zn принимает три значения. 57, 57 плюс 10 в n, 57 минус 10 в n. И вероятности такие. Вероятности... Мне кажется, можно проще рассмотреть. Можно, например, взять 57 и n. И не, n. Я хочу, чтобы был мат ожидания, чтобы там все. А там мат ожидания будет. Будет, но так проще, так у меня будет симметричное 57 mm-hmm. годов. Я же хочу, чтобы было Оле любимое число. Соответственно, здесь будет 0,1 в степени n. Здесь тоже 0,1 в степени n. Это вероятности. А здесь, соответственно, единичка минус 2 на 0,1 в степени n. Случайные величины Zn. Чему равно мат ожидания от Zn? От любого. Неважно, чему n тут равно. 57. Прям, очевидно, 57, потому что ну, специально вот эти вероятности равны, и они друг друга компенсируют. Правильно? Мат ожидания 0. Чему равно... Ой, 57. Чему равна дисперсия Zn? Бесконечности. Не, ну не бесконечности, конечно. Как считать дисперсию? Это... Мат ожидания от Zn минус 57 в квадрате, правильно? Чему это равно? Соответственно, с вероятностью 0,1 в степени n мы получим 10 в n в квадрате. И вот здесь с вероятностью 0,1 мы получим 10 в n в квадрате. И получается... Получается чего? Сколько получается, если посчитать дисперсию Zn? Или я что-то страшное пишу? Вань, сколько? Что-то страшное написали. Что-то страшное написал? Ну смотри, ты согласен с тем, что дисперсия считается как мат ожидания случайной величины минус квадрат? А? Ну, как формула дисперсии любой случайной величины. W это мат ожидания от W минус мат ожидания в квадрате, правильно? Это универсальная формула для нечего не баланс скобок. 200? Не, там все-таки от n должно как-то зависеть.
Ну, все узнают такую формулу для дисперсии, нормально? Ну как? Ну, если есть z, обычно 57. Здесь будет минус 10 в n, и в квадрате будет... Ну ладно, давайте я вот здесь напишу. Минус 10 в n. Давайте я вас обманул, тут минус. Вот, ну вот. Квадрат одного отклонения на вероятность отклонения. Потом дальше будет, тут я еще пропустил, плюс 0. Да? Ну, 57 минус 57 это 0, 0 помножить на вероятность. Плюс... вероятность этого на отклонение в квадрате. Но отклонение здесь будет 10 в n от ожидания. Вот отклонение в квадрате. Так лучше? Хорошо. И сколько будет? 2 на 10 в n. 2 на 10 в n, правильно? Вот. И эта штука явно стремится к бесконечности. То есть мат ожидания 57, дисперсия стремится к бесконечности. Однако, если я посчитаю, какова вероятность того, что Zn отличается от 57 больше, чем на эпсилон. Ну, давайте возьмем эпсилон маленькое, эпсилон меньше единички я возьму. Эта вероятность, если взять маленькое эпсилон, то эта вероятность какая? Ну, отличается она только в этой ситуации и в этой ситуации, правильно? Здесь оно идеально совпадает 57. Ну, здесь мы за Zn идеально ситуация 37. Отличается оно только в этой ситуации, в этой ситуации. Значит, вероятность отличия, если эпсилон от 0 до 1, то вероятность отличия такого сколько? На 2 на 0. Да, 2 на 0,1 степени n. И эта вероятность к чему стремится? Эта вероятность стремится к нулю. Значит, что мы получили? Мы получили такой вот неприятный факт. Получили такой мерзкий неприятный факт. С одной стороны, ZnD стремится по вероятности к чему, Оль? К чему ZnD стремится по вероятности? Не, ну смотри, отличие от вероятности того, что ZnD отличается от 57 больше, чем на это. Я же старался для тебя. Спасибо большое. Вот. Вот. Предел равен 57. Однако матожидание такое, да? Но дисперсия Zn стремится к бесконечности. То есть то, что у вас дисперсия стремится к бесконечности, это еще ничего не доказывает. Да? То есть вот когда дисперсия стремится к нулю и константу, тогда это доказывает, что сходится по вероятности. А когда дисперсия уходит на бесконечность или там не существует предела, то это ничего не доказывает. Может сходится, может не сходится. Вот пример, когда сходится, ну легко придумать пример, когда не сходится. Другой пример, другой, ну легче придумать другой пример, там, взять какой-нибудь, если бы здесь была вероятность 0, а здесь было бы 0,5, да? Другой пример, вот если взять Zn 57 минус 10 в n, 57 плюс 10 в n, и вероятность 0,5, то тогда окажется, что мат ожидания от Zn2 тоже 0, о, тоже 57, правильно? Если я возьму вероятности симметричные, дисперсия от Zn2, понятно будет сколько, 10 в степени 2n, тоже уходит на бесконечность. А стремится Zn к 57 по вероятности нет? Да. Плим Zn не равен 57. Ну, поэтому как доказать, что вообще плима нету? Как доказать, что плима нету? Ну, как сказать, что какую бы мы константу не взяли, ну, какую бы мы фиксированную случайную величину не взяли, у нас существуют какие-то границы, в каких эта величина лежит с вероятностью там 0,99. Любую чем величину берешь, есть какие-то границы, в которых она лежит с вероятностью 0,99, правильно? Ну, например, если взять нормальную, то какие границы ей можно указать для стандартной нормальной, куда она попадает с вероятностью 0,99? Ну, там от минус 3 до 3, да, она лежит с вероятностью 0,99. А эта случайная величина, можно подобрать такое n, что она в эти границы вообще даже их касаться не будет никоим боком. Да?
То есть можно подобрать, то есть какой бы ни был потенциальный предел, то есть если мне кто-то приходит и говорит, вот у этой случайной величины, вот у этой, у нее предел это такая случайная величина, распределенная по гамма-пуассону там кому-нибудь, вот. И мы говорим, нет, все равно ты не прав, потому что какое бы ни было распределение, даже если там гамма-пуассона Т-хи-хи распределение, то все равно есть какие-то границы, где это твое гамма-пуассона Т-хи-хи распределение, оно лежит с вероятностью 99. И моя вот эта случайная величина ZNT, она при достаточно большом N покинет любые границы. Правильно? А раз она покинет любые границы, то вероятность отличия ZN от потенциального предела будет больше, чем на эпсилон. И эта вероятность будет 0,99. И не будет она никак стремиться к нулю. То есть доказательство того, что у этой никакого предела нет, не только 57 не предел, но и вообще никакого нет предела по вероятности. Ну, довольно просто. Так, хорошо. Ну и что же делать, возникает вопрос. Ну, клево. Потому что мы опять ничего не доказали, правильно? Мы опять ничего не доказали. Ну как бы мы еще больше узнали про нашу последовательность, узнали, да, вот она несмещенная, вот дисперсия у нее к нулю не стремится. Ну ничего, это же опять не доказывает ни состоятельность, ни несостоятельность. Что делать-то? Брать другую задачу. Нет, давайте скажем следующую мысль. Значит, чтобы тут все-таки добьем до этого. Сейчас, что у нас там со временем? Да, уже время кончится. Что? Уже время кончится. Ну, кончится. То есть, нет, это сложная задача. Просто проблема в том, что мы же не просто ее решаем. Мы как бы кучу техник открываем. Поэтому это нормально, что мы решаем одну задачу. Больше пар, это я не вижу в этом ничего. То есть ходить в тупике это классно, мы вот уже в двух тупиках. Мы побывали в двух тупиках. И это классно. Значит, смотрите, вообще говоря, мы сказали, что Плин. Слушайте, надо значит, домашнее задание. Слушай, так что, ну кто будет сумму ряда-то брать? Давай, Борис. Там, смотри, там есть. Если не понравится ни одно там, напиши мне еще. Слушайте, еще можно. Давайте я напишу, как со мной связаться. Можно написать по электронной почте. Можно тебе что-то понравится, что написать соответственно? Да, конечно, соответственно. Либо можно позвонить. Можно написать или позвонить. Скольки звонить можно? Что? Ну, я обычно... Вообще, я все время хочу пораньше ложиться, но что-то как-то вот все время не получается. Вот. Ну, до 23 смело точно. Ну, скорее даже до 24, но все-таки бывает. И со скольки, да, еще. Со скольки. Ну, у меня часто бывает первая пара, поэтому там с 8 нормально. Значит, так. Вроде, ну да, вроде все. Окей, да? Да, ну, то есть, если нормально писать. Да, что я хотел сказать? Я хотел сказать, что еще раз, Плин от последовательности какой-то ZNT, это вообще говоря случайная величина. И возникает вопрос, как можно тогда записать ответ? Вот просит вас найти какой-то Плин. Просит вас найти Плин ZN. Как может быть записан ответ? Ну, вообще говоря, вариантов записи может быть два. Это либо явно там указать значение и вероятности. Ну, то есть сказать, что вот Плин ZN это W, и W принимает значение там 1, 2, 3 с вероятностями 0,7, 0,2, 0,1. Это первый вариант. Как вообще описать случайную величину? Ну, второй вариант — указать там, не знаю, не значение, указать там, например, закон распределения, например. Что может ожидаться в ответе? Закон распределения. Ну, можно там в некоторой ситуации сказать, а вот эта случайная величина сходится к нормальной там 7,33. Да? Закон есть плотность? Ну, например, закон можно описать с помощью функции плотности. То есть, как описать закон распределения, есть масса способов. Например, функция плотности, функция распределения, там, не знаю, характеристическая функция случайной величины, просто
таблички, если она дискретная, куча способов, как описать. И еще есть один путь, который, может быть, был не столь... Это выразить через что-то, выразить через какие-то другие величины, которые все полагают, что ну их-то мы знаем. Да? Выразить через известное. Выразить через известные случайные величины. То есть, ну, в каком смысле можно найти блин, если это случайная величина? Ну, конечно, это может быть константы, потому просто, то есть такой выраженный случай. Вообще говоря, в данном случае, смотрите, давайте посмотрим, как мы будем, в каком виде мы будем находить блин. Мы все-таки его найдем. Мы все-таки хотим найти этот блин. Смотрите, какие случайные величины у нас как бы даны, и которые мы воспринимаем как данность. Какие у нас случайные величины даны в условии задачи? Иксы — это не случайные величины наши. Это один на n. Юиты, да? То есть есть какие-то юиты, и мы, соответственно, ответ можем выразить через них. Согласны? Можно вопрос? Нужно. Так, получается, я думал, что... Детерминистическая величина — это частный случай или случайный? Ну, частный случай, да, можем. Ну, настолько частный случай, что давайте в такой ситуации говорить, что они не случайные. То есть я согласен, что, конечно, любая константа, ее можно интерпретировать как такую вырожденную случайную величину, которая принимает значение 1, в смысле значение x там, с вероятностью 1, и остальные значения с вероятностью 0. Это я согласен, но... что оно вкладывается как частный случай, но уж больно оно особый частный случай, поэтому мы его будем разделять. А так я, конечно, согласен, что можно осознать константу, как выраженную случайную величину, здесь персия 0 или какая-то. Да, уиты. Да, уиты у нас случайная величина. Вот. Поэтому на самом деле мы ждем ответ, вот здесь плин бета с крышкой второго, мы ждем как выражение через уиты. Окей? Вот что мы ждем. Мы ждем выражение через уиты. Нормально? Ну и давайте попробуем его выписать. Вот прям выписать, вот сколько у первых туда входит, сколько у вторых, сколько у третьих. Как они вообще? Их надо перемножить или что с ними надо сделать? Добро? Ну, если вы посмотрите на формулу, то есть я вот пойму третьим способом. Я не буду указывать явные значения или явные законы распределения. То есть вот мы попытались сначала пойти путем найти закон распределения. Да? Вот. Путь, которым вот явно шла Оля, это был путь, а давайте найдем матошнание, это чайничную дисперсию, и тогда вот мы поймем закон распределения и что-то скажем про вот этот блин. Окей? То есть это вот путь. А я прям явно пойду и немножко другим путем. Ну давайте посмотрим еще раз бета 2 с крышкой. Вот мне понравилось значит, выражение, которое написала Оля. Бета 2 плюс сумма х-ита минус х среднее на уита минус у среднее делить на сумму х-ита минус х среднее в квадрате. Вот давайте посмотрим. Вот в это выражение с каким весом входит у1? Вот давайте такой вопрос ко всем. У1 с каким весом входит в это выражение? Ну, прям нет. Надо написать на бумаге, с каким весом туда входит У1. И с каким весом туда входит У2. Вот прям взять на бумаге и написать ответ. С каким весом входит У1 туда? Они все одинаковое количество раз туда входят, нет? Да нет, надо взять, ты правша? Да. Берешь правую руку ручку и пишешь, ну, для удобства можешь попробовать проекцентрировать в левой писать. Это тоже можно. Вот, надо написать, с каким весом туда входит у один. Вот прям взять и написать. Х минус х. Готовый ответ. Где? Да-да? Нет. Нет, неправильно. Это так? Нет, неправильно. То есть еще раз, я утверждаю, что это есть бета 2 помножить на какой-то коэффициент. Давайте назовем его А1 на У1 плюс А2 на У2 плюс и так далее, плюс АН на УН. Никто другой туда не входит.
Вот вопрос, какой вес у А1? Можно у меня? Ну то же самое. Давай. Самый нижний. Самый нижний. А, вот это уже может быть похоже на правду. Сейчас. Слушай, ну вот очень правдоподобно, а откуда ты взял n-1? На n? Да. Ну типа у нас как одна n у первого среднего, поэтому мы ее выкинем. Да, вот это я уже согласен. Да. Это уже хорошо. Значит, действительно, У1, оно вот сюда входит, вот здесь У1 сидит, когда И, а еще У1 вот здесь сидит. Причем оно сидит здесь в каждом слагаемом. Поэтому по-моему нормально. У1 сидит вот здесь, и У1 сидит вот здесь. Причем У1 здесь сидит при равном одному, а У1 сидит здесь при каждом И. Нормально? Вот эти все-таки... Это сумма разве не росла? Ну, точнее, вот. Вторую часть сразу нельзя выкинуть? Не выкинуть. Можно, да. О, кстати, хорошее. А, слушай, можно выкинуть. Да, кстати, да. Цель не можно выкинуть. Да, можно выкинуть. Аномаль, да? Или нет? Не, мы, если раскрыть торты, то... Там сколько есть раскрытого? Можно что-то выкинуть, да? Можно что-то выкинуть. Да, можно что-то выкинуть. Да, действительно, давайте выкинем. И тогда, слушай, может, ты правильно что-то выкинул. Но если скобки раскрыть... Да, согласен. Может быть, мне надо обратно взять свой стол. Может быть, я ошибся. Ерунду сказал. Ну, сейчас давайте сделаем. А я зовут? Дима. Дима, давай. То есть твоя задача вот выяснить коэффициент в этой сумме. То есть первая мысль действительно классная, что на самом деле на вот это усреднее можно на него забить или нет? Дима, можешь покрутить? Да, слушай, Дима, а давай мы вот это, наверное, ты же высокий, ты же выше меня даже. А, вот здесь, это классно, да? Да, сначала раскроем скобки. Ну, то есть сначала будем работать только с числителем. Да, у среднего выносится из второго как сомножитель. А, это мы просто помните. Да, это равно нулю, правильно? Сумма x этих минус сумма отклонения от среднего. Нормально? Вот. И в такой записи уже совсем просто. Коэффициент при U1, он очень легкий. U1 на x1 минус x среднее. Окей. Хорошо. Значит, да, и делится, соответственно, ответ, какой вот A1, это коэффициент при U1, какой? Супер. Спасибо. Вот. Ну что, все-таки, наверное, придется... А что, посчитать надо, наверное, предел? Так, мы уже указали, что он состоятельный, да? Кто? Что он B2 состоятельный. Нет, ни в коем случае не доказать, что B2 состоятельный. Даже скорее наоборот, оно не состоятельно, но мы до сих пор этого не доказали. Вот. Мы не то, что доказали, что оно не состоятельно, мы не доказали, что оно не состоятельно. Вот. Хорошо. Значит, я утверждаю следующее. Я утверждаю... Нет, давайте я все-таки не буду утверждать. Давайте мы все-таки... Смотрите, тут понятно, к чему стремится числитель. Да? Предел x1 минус x среднее, чему равняется? Стремящийся к бесконечности. Давайте выяснять, что мы уже знаем. Мы уже доказали, что предел x среднего равен чему? У нас xn равно 1 на n, я напоминаю. Предел x среднего это сколько? Это 0, правильно? Ну, с логарифмом. Хорошо. А x первое чему равно? Единичке. Значит, окей. Здесь предел числителя это 1. Хорошо. Давайте попробуем взять предел знаменателя.
Значит, все-таки давайте попробуем его взять. Мы будем пользоваться все-таки тем фактом, что сумма x игрек в квадрате это π квадрат на 6. Да? Тогда у нас остается, вычитается, что значит, знаменатель, как мы уже выводили, это сумма по центру такой. Значит, нам остался один единственный маленький момент, и у нас будет, собственно, все сделано, да? Сумма x ита минус x средний в квадрате. Мы выяснили, что это сумма x ита квадрат, которая стремится к π квадрат на 6, минус n на x среднее в квадрате. Окей? Давайте попробуем понять вот этот предел, чему равен. Давайте вот этот предел разберем, чему равен. Давайте той же самой техникой. Смотрите, что такое x среднее? Это в наших обозначениях это sn, деленное на n. Нормально? Или я что-то страшное написал? Ну, sn я подразумеваю что? Сумма 1. Сумма гармонического ряда. 1 плюс 1 вторая плюс 1 третья плюс и так далее плюс 1 nt. Отлично. Значит, это штука 0, да, получается? Да, это штука получается 0 для него. Почему? Ой, кстати, там записывается, нет? Не в курсе. Нет, записывается. Просто мы берем его через квадрат, как бы, ну, раскрываем это. Да, я включил. Ну да, действительно, мы как бы говорим, что... Что здесь получится? Здесь получится... Давайте тут сделаем. Давайте, кто может написать? Ну что? Кто может найти вот Лим? Обычный Лим, это вообще первый курс. Вань, тебе кто на первом курсе на данный? Я помню. Я ко всем ходил. Ну давай. Вот этот предел. Мы уже причем сказали, что. Да это примерно для любых целей логарифм. Вот прям. Ну, вообще я могу с ним. Ну давай. Даже. Только осторожно. Среднее, чему равно. Сейчас получается это s квадрат делить на n. Но мы знаем, что вот это логарифм квадрата. Мы можем заменить на эквивалентное. Да, можно заменить на эквивалентное, что это логарифм n квадрат. Да. Можно заморочиться, по лапитали сделать. Нет? Да можно по лапитали. А уже. Бесконечное лапитали тоже. Да. Получается 2 ln. А я себе цель. Ну что, берем производную. Давайте, ну, давайте по лапитали. Нормально. Берем производную. 2 логарифма n умножить на производную логарифма. Это n. Здесь единица получается. Да. Ну ладно, это мы уже, по-моему, показывали, что это ноль. Ну да, что логарифм он медленнее падает, медленнее растет. Почему числится? Почему вы знаете? Не-не-не, я давай вот так сделаем, давай, чтобы было видно, что в числителе, что знаете, n это производная единичка, да. А это мы вот так напишем. Да. Как бы производная от a, это два логарифма делить на n. Вот так, чтобы было видно, вот это производная числитель, а это производная знаменатель. Да? Да. Вот так, супер, это 0. Супер, отлично, смотрите, что мы выяснили. Мы выяснили, что предел этой штуки, он π квадрат на 6. И теперь мы уже пришли к такому выводу, то есть давайте мы подведем итоги. Значит, смотрите, с каким весом входит, то есть мы выяснили следующее, давайте просто соберу, и теперь мы уже скажем, что... Можете мы... напомнить, почему ln n 0? Еще раз полупитались. А, понятно.
логарифм ln n делить на n. Лапиталем еще раз. Здесь самое главное, получается 1 на n, а здесь получается 1. Да? Если еще раз пролапиталить, получается 1 на n, а там 1. И получается предел 1 на n, а это есть 0. И понятно, что n у меня в смысле бесконечности. Лапиталем можно спокойно применять. Так он по любой базе вообще. Да. Окей. Ну, на самом деле это как бы вот. Эффект шестой пары. Не, я просто пытаюсь понять какой-то детский простой образ про Лапиталь. И вот я так понимаю, что Лапиталь — это такой детский спор. Вот принцип Лапиталь, он как-то, дети его хорошо понимают. Вот. Тут кто-то говорит, вот, что да у меня там дома там ящик конструктора Лего там, а у меня два ящика конструктора Лего, а у меня там три ящика конструктора Лего. Вот вопрос, как вот понять, у кого больше, если и то все называют все больше и больше. Ну тогда надо понять, с какой скоростью они увеличены. Я думаю, что это что-то из этого. Тут знаменатель, у меня лог 3, у меня 3, у меня лог 10, у меня 10. Там не надо называть всегда число больше, чем назвал твой оппонент. Да, 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 да. Поэтому так. Вот. Соответственно, что мы выяснили? Смотрите, мы выяснили, что бета-2 с крышкой. Это есть бета-2. Плюс А1 на Эпсилон-1, плюс А2 на Эпсилон-2, плюс и так далее. Мы прям явно выразили бета-2 с крышкой, прям явно на длину написали формулу. Чем мы выяснили, что А1 это Х1 минус Х среднее. Куда взялись Эпсилон? Ой, фу, ты ю. У меня просто традиция. Иногда эпсилон пишу, иногда ю. Это они же. А можно вопрос? Мы еще раз мы записываем именно в такой форме бета-2 с крышкой, потому что у нас потому что мы пытаемся его выразить через случайные величины. Да, мы пытаемся найти предел по вероятности. А зовут? Катя, смотри, мы пытаемся найти предел по вероятности. Согласна? Это глобальная цель. Соответственно, предел по вероятности, как вообще говоря, мы должны осознавать, что когда мы ищем предел по вероятности, мы можем получить случайную величину. Правильно? Это первый важный факт, что когда ищем предел по вероятности, мы можем получить не число 7 или бета-2, а можем получить случайную величину. Это важно. И мы пытаемся для этого понять, как наша бета-2 с крышкой выражается через наши случайные величины. Окей? Наши случайные величины, которые нам даны извне задачи, это U, да, который мы можем использовать в ответе. Вот. И, соответственно, мы видим, что А1, оно с ростом n стремится к чему? Нет. Смотри, числитель стремится к одному. Внизу у нас, мы выяснили, что внизу у нас π квадрат на 6. Да? Смотри. Тут же деление нет. Я думаю, что это все нам. Все, это смотри, 0 это только, 0 это только кто? 0 это только вот этот предел. Там этот предел 0. А сумма х и π квадрата, мы π квадрат на 6, да? Соответственно, знаменатель стремится к π квадрат на 6, а числитель к чему стремится? К единичке. А2 к чему стремится при n, стремящемся к бесконечности? Ну, 1/2 на π квадрат на 6. Окей? Нормально? Ну и, наконец, мы получаем некоторый итог, да? Что Плим бета-2 с крышкой. Как его записать? Как записать плим бета-2 с крышкой? Ну, это такая последовательность. Бета-2 плюс, значит, ну на 2 можно домножить, да? Это, соответственно, 6 на 2 пи квадрат на У1 плюс 6 на 3 пи квадрат на У2 плюс 6 на там 4 пи квадрат. Ой, да? Нет, 3. Что-то я потерял. Откуда 6 на π квадрат на У1, 6 на 2π квадрат на У2, 6 на 3π квадрат на У3, плюс и так далее. Вот у меня какой прикольный предел от бета-2 с крышкой. То есть мы его нашли в явном виде. Вопрос, равно ли это бета-2 или не равно? Не очень.
это не равно бета-2 с крышкой, да? То есть это явно, то есть мы явно доказали, что здесь такого явления, как ну, вот здесь мы уже явно доказали несостоятельность. Согласны? Потому что в пределе бета-2 не получилось. Получилась случайная величина. Окей? Прим просто случайной величины, это же случайная величина. Конечно. Если у меня, ZMT это, ну, все ZMT равны какому-то W, то, естественно, прим вот ZMT это сама она случайная величина. То есть если все ZMT равны между собой вероятностью 1, то предел это она же и есть. Вот, поэтому получается такой прикольный прим. Да? Вот. То есть какие мы собрали тут, ну, то есть по ходу мы собрали кучу капканов, я думаю, то есть капкан о том, что вот, несмотря на то, что дисперсия не стремится к нулю, это еще не доказывает, что плима нет, много всяких вещей. Хорошо, давайте тогда я предлагаю, значит, домашнее задание. Давайте возьмем такое, чтобы как-то добиться сюжет. Попробуйте решить аналогичную задачу. Аналогичная задача для такого сюжета, как нахождение линейного тренда. То есть, когда мы оцениваем линейный тренд, мы фактически строим регрессию yn равняется бета 1. Да, мы, правда, бета 2 не проверили еще, состоит там бета 1. Да, бета 1. То есть, во-первых, значит, домашнее задание какое у нас? Выяснить про бета 1 с крышкой, состоять на оно или нет, ну, найти его плин. Найдите плин бета-1 с крышкой. Найдите плин бета-1 с крышкой в этой задаче. Ну, тоже всякие капканы, да? Ну, мы уже, то есть опытный охотник, он уже замечает. Вот. Вроде бы новых там нет. Ну, попробуйте все пути. То есть еще раз, входить в ловушки полезно. Пришел, осмотрелся. Значит, найдите плин бета с крышкой, выясните, состоит оно или нет. Аналогичную задачу решите для задачи построения, оценивания линейного тренда. То есть, вот что будет, если здесь xn, но xn, оно просто равно m. Ну, то есть, мы строим регрессию на время. Появляются тут такие проблемы, или все-таки регрессию на тренд можно строить безопасно? Это значит a и b. Тоже давайте аналогичную задачу, yn равно бета, ну она на самом деле попроще, бета 2 на xnt плюс unt, а xnt будут такие, оно равно единичке, если n равно 1, и оно равно 2, если n больше либо равно 2. xnt очень простая последовательность, тоже детерминистическая. Здесь детерминистическая xn равно n, может быть даже это лучше вот это a, оно попроще, это b. Посложнее, ну, поскольку здесь понятно, прям можно формулу подставить, тут все легко берется. Вот, то есть надо выяснить, состоятельно ли бета 1 с крышкой, состоятельно ли бета 2 с крышкой. Вот, консистент. И еще Марии нам, если получится, да? Ну, то есть, если не получится, ничего страшного. Ну, как бы, смотри, если вопросов нет, то как бы мы дальше пойдем. Если есть вопросы, то мы остановимся на этом. Нам еще же другую парадигму надо. Вот. И... Можете еще раз повторить, где у нас коэффициент будет, соответственно, стохастический? Пока здесь нет, пока здесь нет. А, все. Здесь все детерминистические. Пока мы в рамках детерминистической парадигмы. А потом, когда мы еще повторим чуть-чуть условные ожидания, уже да, потом перейдем в стахастическую парадигму. Все, тогда на сегодня все. Если у вас есть какие-то пожелания, тогда их можно либо мне лично сейчас сказать, либо можно там написать письмо, либо позвонить. Да, либо позвонить. Вот. То есть, можно свободно. Что это написано? Где? Six Way to Fantasy. Это статья, которую... Да, да. Сейчас. У тебя опять...